Куча часа, надо поискать какие-то кавярни, кофейни. Кофейни я мам здесь. Ну. Все-таки я решился пройти дальше этого памятника и иду по Советской. Но это уже видно тоже окончание ее. Не такая уж и большая улица, но, конечно, не на 5 минут прогулка по ней, а на более длительное время. Поехали.
Очень интересная улица,
Но, как говорится, то, что есть, то есть. Ahem.